PokerBet. Обирай свій спорт. Пане Павло, у мене тут додаткове питання з'явилося, і стосується воно такого посилення і зближення стосунків між Російською Федерацією і Північною Кореєю. Зважаючи на ті заяви, які були під час приїзду Лукашенка до Москви, і зважаючи на ось ці останні його заяви, такі, знаєте, з трохи зловтішним відтінком про те, що безпілотники літають, бомблять, рішення начебто є, але це все дуже дорого. Як Лукашенко поставився до того, що Путін начебто знайшов собі нового друга, ледь чи не нового васала? Тому що от нашим глядачам нагадаю, що під час зустрічі їхньої була ось ця фраза «сообразіть на троїх», тобто почати, можливо, якусь співпрацю поміж Білоруссю, Росією та Північною Кореєю. Ну і зараз ось такі заяви, які з'являються від нього на публіку, які стосуються російської безпеки. Ну, во-первых, Лукашенко, да, заревновал. Это было видно неприкрытым взглядом. Можно было увидеть, что у него возникла ревность. Как бы любимая жена стала второй по значимости, или не совсем любимой. Любимой стал Ким Чен Ын. И это вызвало у него такие эмоции противоречивые, заискивающие. Вы помните, вот как он это просил, да, давайте сообразим на троих. Но я же тоже готов поучаствовать. Наша же помощь тоже нужна. Я так рад, что вы с ним встретились. Но, с другой стороны, радоваться им остается действительно вот таких встреч. Один может встретиться с другим в Сочи или там в Москве. Ну, Путин приезжал в Минск, сейчас Ким Чен Ын приехал там на Дальний Восток. Ну, может, еще с президентом Ирана они могут встретиться. А, ну, Лукашенко еще встречался с этим президентом экваториальной Гвинеи, которого обвиняют в людоедстве. 45 лет у власти. В Зимбабве он может съездить. Ну, может, еще с какой-нибудь Зарубией встретиться. Меня кто-то спросил, а что это за страна такая Зарубия? Я говорю, ну, нет такой страны Зарубия. Но он скоро выдумает какую-нибудь страну, потому что с кем же он еще будет встречаться, да? Вот это их круг, таких товарищества. Но это круг по интересам, по бизнесу, по выживанию, потому что ведь там мотивация только одна. Они понимают, что если они друг друга не будут поддерживать, то их дни будут сочтены. И вот они формируют этот круг. Ужас состоит в том, что они это выстраивают в геополитическую философию, как бы разделение мира на различные цивилизации. И вот сейчас появляется цивилизация, которая будет стоять на таких, как говорится, местах, как Пхеньян, Москва, Минск, не знаю, там будет ли Пекин в этой истории, а Тегеран, понятно, да. Ну и цивилизация – это демократический мир, где главное – это человек, это развитие и так далее. Вот такое будущее видит для себя Лукашенко, но это его ментальность. То есть не сказать, что он сам себя загнал в этот угол. Да, действительно, он где-то загнал себя сам, но он ментально же такой человек. Он так воспитан, это там проблемы с детства вытекающие, проблемы в том, что он работал в обществе знания, проблемы в том, что он был надсмотрщиком в СИЗО, Шкловском, проблемы вот в его психике, как он себя развивал, воспитывал, и он пришел к такому пониманию сейчас, вот самый, не знаю, там, эпогей его существованию этой власти. Но, вы знаете, мне кажется, ну, сейчас очень быстро он с этого слетит, это все рухнет, потому что это все на колосьях, не знаю, там, стоит на колосьях, да, гнилых колосьях. Я пропоную нам трохи перейти до огляду соціально-політичної ситуації у Білорусі. Як зараз можемо її оцінити, зважаючи на ту публічну інформацію, яку ми з вами вже обговорили, це от загалом заяви Олександра Лукашенка, ну і на ту інформацію, яку ви отримуєте, звісно ж, від тих білорусів, які зараз залишаються всередині країни? Ну, репрессии не прекращаются, они идут каждый день. Вот последние это в Новополоцке были массовые задержания, в Лиде были массовые задержания по ряду предприятий. В Мозыре было опубликовано видео, как белорусские работники, ну, мужики белорусские, говорят «Слава Украине!» и добавляют на белорусском мове, что мы, белорусы, будем завсёды с братней Украиной. Ну и приезжает ОМОН, кто-то сливает эту информацию, их задерживает. С применением силы. Каждый день идут задержания. В среднем, как говорят правозащитники, это 20-30 задержаний, арестов, приговоров в день, в одни сутки.
Тюрьмы переполнены политически заключенными. Беларусь является лидером. Лукашенко же всегда хотел лидером быть во всем. Вот лидером по количеству заключенных, политических заключенных, в целом заключенных из стран Европы, занимает первое место. Я не знаю, там может посоревноваться, может, с Северной Кореей в целом в мире, то есть или там с Сирией, с Ираном. Вот. Поэтому ситуация, конечно, есть в обществе демотивации, полного террора, тоталитарная система управления. Он вводит, например, такое новое правило, вот, которое было озвучено на прошлой неделе, что все белорусские выпускники вузов должны будут отработать, если ты учился за счет государства 7 лет обязательной отработки, а если учился за свои деньги 5 лет обязательной отработки. То есть тебя пошлют в какую-то маленькую деревню на 7 лет. Можете себе представить, да? То есть такое крепостное право. Нельзя увольняться сельскохозяйственных предприятий. Это категорически запрещено. За это будут наказывать начальников. Планируется принять новый закон, что теперь никто не может прийти. Любой сотрудник райисполкома, государственного предприятия, организации, учреждения, где доля государства свыше 50%. Если ты был засвечен в каких-то акциях, если у тебя в социальных сетях появилась когда-то поддержка, не знаю, там, против насилия, что-то ты там написал, какой-то пост, необходим будет в обязательном проверке пройти месячную проверку КГБ. То есть идет такая зачистка. Студентов фактически он выкидывает из страны, потому что, ну, какой студент захочет потом 7 лет в обязательной подработке находиться? Госаппарат он зачищает, потому что кого он найдет? Самые талантливые, самые мобильные, самые креативные, они как раз-таки участвовали в этих протестах. А в протестах участвовал миллион человек. Миллион по всей стране. Ну и вот можете себе представить, к чему это придет. Он ввел последний это запрет на выдачу паспорта белорусам за границей, на продление паспортов за границей в посольствах и в консульствах. Теперь в обязательном порядке нужно вернуться в Беларусь. А это значит, у тебя есть шанс попасть в тюрьму. Ты должен признать, что Лукашенко президент, а он таковым не является. Второе, ты должен попросить у него прощения, признаться в совершении преступления, пройти через специальную комиссию по помилованию, и там Лукашенко своим росчерком пера примет решение, посадить тебя в тюрьму или нет. А таких белорусов 1,5 миллиона сейчас за границей. То есть это стимулирует выезд белорусов за пределы. И они осознали эту проблему. Они поняли, что кадровый голод становится просто дикий. Он катастрофический по сферам здравоохранения, в сферах экономики, IT-сфере и так далее. То есть он дальше загоняет ситуацию в тупик. И это приведет в результате к социальному, общественному и экономическому коллапсу. Вопрос только времени, когда это произойдет. Ну и опять же говорю, общий террор. Сейчас провели, кстати, исследование по поводу белорусского языка. Вот у меня, как былого министра культуры, это просто жах. 88% белорусов лечат, что у них возникают проблемы, когда они корыстаются публично белорусской мовы. А негативные наступства отримало, когда там 78%. 78% белорусов отримали негативное ставление, когда размовляли по-белорусски. Это значит, что репрессии. Когда ты корыстаешься белорусской мовой, тебе будут репрессовать. Национальный театр Янки Купала, який завсёды был белорусскомовным, у Вересни все спектакли русскомовные. Только один спектакль на белорусской мове. Так он знищает и культуру, и эдукацию, и все сферы життя. Ну, вот такая ситуация в Беларуси сегодня.